Александр Викторович обратился в суд с уточненным в ходе судебного разбирательства иском к Терентьевой о разделе совместно нажитого имущества. Продолжаем. Полагал. У нас очень серьезная проблема. Совершенно неуправляемый ребенок. Я на следующий выхожу! Мы вообще-то в Псков едем. Куда? И совершенно неуправляемый отец. Чувствую себя на все 100. Полет. Лорд Дафф. Поймать голубя голыми руками. Вызов принят. Кто ты? Не справляюсь. Нормальный ребенок, веселый, с характером. Не то что. Значит, вы считаете, что чужой ребенок лучше? Лучше воспитан, с ним проще живется. Есть очевидное решение. Поменяйтесь. В смысле? Детьми поменяйтесь. Девчонка сбежала. Так, спокойнее. С моим кошельком. Машина-бомба. Вам офигенно пойдет Smokey Eyes. Вы в своем уме? Я на этом больше не поеду. Тогда я поеду без вас. Как хотите. Это ваш муж? Я не понимаю. Сейчас. Давайте вызовем скорую.